До 14 июня детские сады в Подмосковье продолжат работу в режиме дежурных групп. Посещать их могут дети сотрудников тех предприятий, которые уже возобновили свою деятельность. На 1 июня в Одинцовском округе работали 62 дежурные группы, которые посетил 571 воспитанник. Численность детей не превышает 12 человек. Помещение регулярно дезинфицируется и проветривается. Сотрудники учреждений работают в масках и перчатках.